Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. К отчету готовы в Сургутской администрации подвели итоги исполнения бюджета за 2013 год. В конце февраля показатели будут направлены в региональный финансовый орган для включения их уже в консолидированный отчет. Доходы городской казны в минувшем году составили чуть более 18 миллиардов рублей. Расходная часть подошла к 20 миллиардам. Дефицит удалось покрыть за счет остатков на начало 2013 года и привлеченных средств от кредита. Основные доходы в казну города, как и прежде, складываются из налоговых и неналоговых поступлений. Но уже с этого года одной из емких статей придется пожертвовать. Из доходной части исключается транспортный налог, который в 2013-м принес более 660 миллионов рублей. По решению органов государственной власти предполагалось, что это полностью нам заместится субсидиями соответствующими. На сегодняшний день в бюджете 2014-го субсидии такие есть, но они направлены в основном на строительство дорог. Неналоговые поступления в казну превысили 1,5 миллиарда рублей, что составило более 100% от плана. Деньги поступили в основном за счет доходов от аренды и реализации муниципальной собственности. Однако, несмотря на положительные плановые показатели, в городе до сих пор остро стоит вопрос с дебиторской задолженностью. Организации и частные лица не спешат пополнять бюджет и выполнять перед муниципалитетом свои обязательства. В итоге казна терпит убытки, которые на сегодня исчисляются сотнями миллионов рублей. Большая работа проводится, вы знаете, большое внимание уделялось в течение года, там и контрольно-счетная палата проверяет, и с депутатами постоянно тема обсуждается, и соответствующий администратор ДИЗО действительно проводит значительную работу, и в том числе и досудебную, а потом, к сожалению, уже и в суде, но на сегодняшний день задолженность имеет место быть. Fashion Collection. В модных заведениях твоего города.